Здравствуйте, здравствуйте, Анфисуля. Привет. Сегодня мы в районе электрической компании Reading. И, конечно, автобусной остановки. Куда мы сегодня, Анфиса, идем? На снег. Да, мы идем на снежные горки, на ледяные горки, да? Там есть еще детская снег. Ну да, для детей тоже будут. Вот сейчас мы вышли с машины и идем. Идем, это находится в Тель-Авиве. Ехали на машине, а не ходили. Ну, конечно. Мы в Тель-Авиве, в районе ангара, ангар 11. Так это называется место. И там сделали снежные горки, каток. Мы с собой взяли теплые вещи. Вещи не выдают, поэтому все свое надо. Потому что за снег. Конечно, там холодно. Мы с собой взяли и кофточки, нам и курточки. Надо перчатки, да, еще. И варежки, да. Вот тут такой красивый вид. Вон там парусник. Море, парусник. Вот мы взяли вещи. Ну-ка, давай, покажись. Ну, это только часть вещей, да, Анфиса? Да. Лето, а мы с зимними вещами вот идем. Так, да, куртка у нас, шапка, все. Вот это моя куртка. Так, все, мы пошли за папой. Пойдем. Да. Пойдем быстрее. У нас определенное время, всего 2 часа можно кататься. Поэтому надо торопиться. Мы так, как всегда, опаздываем. Так, вот ангар 11. Так, написано, что там ледяные развлечения, да, вот, я тоже увидела. А, и фонтаны здесь тоже есть, прикольно. Да, потом можно покататься и здесь на фонтанчиках побыть. Опять получилось у меня по скидке купить. Полный билет очень дорого, 110 шекелей. Ну, короче, у меня получилось 2 раза дешевле. Такую сумму я могу выложить. Вот здесь такой рынок. Это, видимо, по пятницам вот такой рынок импровизированный. Ну, и не импровизированный, а организованный. Вот очередь. Да, очередь. У нас уже время. Неизвестно, когда зайдем. Так, что я могу сказать? Это не Дубай. Вот такое пространство организованное. Так, Анфиса у нас оделась. Мы одни в зимнем. Написано, одевайте зимние вещи. Вот мы одни в зимнем. Короче, вот такая горка. Здесь вообще не холодно, просто кондиционер. А вон там снег, я вижу. Надо подойти туда. Да, снег. Анфиса, хочешь в снег поиграться? Короче, вот это все, реклама большая, как вот скатываются на таких пластиковых санках. Ну вот там все, что есть, это куча снега. И все. А вот машинки, короче, больше рекламировано. Да, 110 шекелей это однозначно не стоит, 50, да. Но 110 вообще это перебор. Вообще не холодно, может приходить в обычной одежде. Вау! Тут прям лицо еще капает, вот это вот конденсат или что это. Короче, отвратительно. Ну, как бы я очень редко негатив своих видео выражаю, но здесь отвратительно напрочь. Вот так. Вот так и куча снега. Все. Ну, считают и так схавают. Людям деваться некуда. Так тоже будет веселиться. Некуда деваться. Так, вот эта горка, которая в рекламе, где радостный ребенок вылетает на плюшки. Я что-то... Так, подождем этого ребенка. Вот еще одна горка. Ну вот, это весь зал. Вот все. Вот там каток сделан. Это все. Все, что тут есть.
зайчик. Прикольно. Тачку взяла. И работа. Оп, машина тут задом. Так, тачку уже. И сейчас будет снег нагребать. А, ну вот так вот, вот снег падает. Вау. Накидывается снег. Вот здесь это только для ребятишек маленьких. Более взрослым, конечно, нет. Здесь не так будет интересно. Только пофотаться, да и все. Вот вообще дети раздетые. Короче, тут не холодно. Такая очередь на плюшки на эти стоят. Ну, из 2 часов отведенных час ты на плюшке простоишь. И все. Один раз съедешь. Вот так накидывает снег на горку. Кому-то нравится, специально сидят, чтобы на них накидывала. Вот девочка чувствует себя в Сибири, вся в снегу пошла. Вот другая села, сейчас на нее будет накидываться. Такое развлечение. Вот каток. Не хочет на каток. Тут коньки надо одевать, а у меня с коньками не сложилась судьба. Я не хочу кататься. Ой, давно я не одевала свою курточку. Неизвестно, когда теперь ее еще и одену. Ну и тут как бы она не сильно актуальна. Нет такого холода. Я думала, тут действительно холод-холод. Ой, наконец-то получили плюшки. Минус 40. Эти плюшки очень тяжелые. Я их еле держу. У Дениски их 2. Анфиса налегке идет.
водитель, давай. Давай, давай, водитель. Аварийная ситуация на дороге. Мастерство. Антисик, понравилось тебе? А? А? Да! Опс! Все, мы закончили. Вы проводили нас. Ой, какая ты. Такая красота здесь. Для прогулок место. И море, и кафе. Такие магазинчики. И возвращаемся мы на стоянку. Очень красиво здесь гулять. Крылья, я их уже показывала. Этот мост через речку Иркон. Так, Анфиса. Пока! Пока!